И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с модом Afterlife, и все так же на сервере Savage уже PvE 10x. Собственно, на прошлой неделе, в общем, я записал маленький выпуск о том, что сервер перешел с PvE на PvP. Вот, точнее, с PvP на PvE, так как полтора месяца. Ну, я думаю, вы это видео не смотрели многие. Ну вот, в общем, за полтора месяца не было рейдов. Тут было как: мы забежали, то есть нас всех призвали боссов валить, там начали люди друг друга убивать, короче. И в общем, пошла проблема. Ну как, случайно, специально. Ну, я склоняюсь к тому, что больше, особенно второй раз уже было специально убили, и как бы там уж начали лутаться и так далее. Короче, как там была конкретная заморочка. В общем, в чем весь прикол? В общем, голосованием, кстати, из всех голосовавших только мой сосед, я, кстати, не знаю, какой, Оверлорд, но я думаю, Оверлорд был за, а может против, не знаю, может Волк, в общем, кто-то из моих соседей, как Ольга написала, был против этого, ну, а все остальные были за. За перевод на ПВЕ. Все, перевели в ПВЕ, сейчас заморочек стало меньше, как видите, я дом наконец-то достроил, да, я достроил дом наконец-то, все просто замечательно. Притомил себе додика, но додик это просто додик. Дедикурус здесь настолько накосячен, короче, знаете, не знаете, но трайки они бьют и оглушают, на этом сервере так, точнее на этом моде так, а додики, то есть дедикурусы, это что-то с чем-то. Камень они больше не лутают. Ну, конечно, это раз Ольга напишет. Кстати, вот респект Ольге, она прям реально вот, что не так, вот с Дуду Рексом она писала разработчиками. Разработчика писала. Вот видите, да, камень не добывает он камень, ни камень, ни дерево. Зато дамажит он просто на ура. Сейчас только это... Бэнкс! А, черт во время, я, конечно, ему дамаг качаю, но все равно, не настолько же он должен дамажить. В лавовой пещере, как понял, на пещере вулкане, там был спирит паук, тоже из-за него крашило, в общем, короче, тоже связывалось. В общем, старается как может, как говорится, и ночами не спит, в прямом смысле слова. Вот, поэтому, как говорится, ей, конечно же, огромный респект, старается как может реально. Вот. И, собственно, в общем, напишет, спросит, переведут додика в обычный режим или нет. Причем, если вызывать дедикуруса, то он добывает камень. А если в томить дедикуруса, который в мире ходит, он не добывает камень. Поэтому, я думаю, это баг. Собственно, поэтому-то она и хочет написать, спросить, что да, когда, где. Что дальше? Раптор у меня просто боевая машина. Я убивал Альфа Карна, я убивал Альфа Раптора. Спирит Карна это вообще для меня просто... Как делать нефиг. Короче, Раптор реально уже тащит. Причем без клеток, без ничего, просто тащу. Как видите, все просто замечательно. Здесь у меня птерчики, они тусуются спокойненько. Вот они уже у меня хорошенького левела. Скорость 153 практически у всех, кроме тебя вроде бы. Или я тебе то... Да, я тебе тоже качну, я тебе сейчас здоровье уже качаю. Вот, начинаю качать немножечко. Хотя давай тебе вес все-таки качну, вес тоже пригодится. Вот этих я тоже уже подраскачал так нехило. Более или менее они выравниваются. Так как я на этом бегу, как видите, левел у них уже выровнялся. Я на этом бегу, поэтому у него все выровнялось. Ну, это, понятное дело, помощнее. Если вдогонят по разнице в левеле, то будет намного мощнее в этом плане. Потому что все-таки левел был большой. Вот, Трайка вывел погулять сюда. А Кетсаль у меня хорошо раскачан. Ну, во-первых, так раскачивался. 63-й левел. Прикиньте, помните, какого левел был? Сейчас уже 63-го левел. Как видите, я ему вкачал скорость 252. Летает теперь просто здоровски быстро. Качать теперь немножко выносливость. Во-первых, он раскачивался просто так. Я афкашил на базе. Ну, так, с периодичностью смотрел что-то, когда где. Вот, а потом уже...
Вкачивал. Ну, еще и бутыль на экспу. Ларч вроде бы бутыль на экспу я заюзал, так что все нормально. Вот, все нормально, все работает, все идеально, без лишних заморочек. Здесь у меня немножечко металл переработанный. Здесь у меня я делаю все это дело. Как видите, цементная паста у меня дофигища. Вот, и потихонечку строю базу. Конечно, проблема с камнем, поэтому додика потомил, а додик он не добывает ничего. Да уж, проблемка-дилемка. Сейчас... я ж забыл вам рассказать. Ну, во-первых, у меня... Было дело как. Я пошел Toxic Blood добывать. Как видите, у меня уже 244, это просто кайф. Пошел добывать Toxic Blood, думаю, чтобы сделать Poison Копье. Как вы помните, прошлая серия, на чем закончилась, я собрался выбить Toxic Blood, чтобы сделать пику. Выбил Toxic Blood, общее получилось 91, и тут я смотрю в инвентарь. Я выбил пику. Непростую пику я выбил. А выбил у нее дамаг. Я вот сейчас пытаюсь найти ее, я не просрал случаем где-нибудь. Я ж могу, я ж умею, практикую. У меня просто в двух местах все это дело валяется. Так, это обычная пика. Найти бы еще бы где это. Где же она? А вот она, 246%. Immortal. Poison Spear. Ядовитое копье. И это просто реально кайф. Я офигел от того, что увидел. Это, конечно, здорово. Кстати, вот эти вот выбитые спирит седла означает, что как вариант я могу еще и спиритов томить. А это уже реально кайф. У меня здесь карначи очень часто спавнятся. И карначи здесь все практически хорошего левела. Остается только добежать до вот этого вот своей кибиточки и оглушать его спирита. И будет здорово. Я думаю, все получится. А вот только я не знаю, насчет седла для спирита у меня есть оно или нет. Но для спирит раптора есть. Я сначала выбил седло для раптора, думаю, круто, седло для раптора, посяву. Пытаюсь надеть, он не надевается. Думаю, ах, твою ж мать, вот оно седло. Ах, твою мать, думаю, блин, козлина не надевается. Вот, а проблема в том, что спирит раптор седло. Вот такая вот подстава. Аллозавра, анкила, спирита, просто... гигантозавр, господи, мегалозавр, да, вот, даже спирит мазозавр, платформ есть, прикиньте, по бороде, карнача у меня нету. Мой старый добрый, и все просто замечательно. Что же сейчас я хочу сделать? Ну, для чего, во-первых, я запустил эту серию, да? Для чего я вообще строил эту базу, это понятное дело. Чтобы защитить всех своих. Но не будем забывать того, что мой уголь там все еще томится, он где-то там вот томится, чалится и ждет, когда же он улучшится. Для этого нужно... ДНК лягушки. Для этого нужно лягушку усыпить. Кстати, я сейчас вот вспомнил, у меня сердец-то сколько. Ох, сердец-то мало. Нормально. 10 сердец есть, отлично. Значит, все пучком. Ждет, не дождется и надеется, что я когда-нибудь его улучшу. И я это сделаю. Я это обязательно сделаю, но для этого мне нужно лягушку. Из прошлого выпуска мы прекрасно помним, как лучше всего это сделать. Оставалось только оглушить. Поэтому сейчас сажусь на кицаля. Резко залетаю и вперед. Да, кстати, я расширил дом еще на, я не помню. 4 фундамента в длину я еще увеличил. И все просто здорово. Теперь ворота хоть не стали, перестали багаться. Вот, летает он теперь. Просто офигенно быстро. Дамажит он все так же дерьмово по 300. Но в целом все неплохо. Агили типа уж он также остались. Я, кстати, за додиком на нем летал. Ой, такое приключение было. Ох, кошмар. Уж лучше бы и не вспоминал. Вот. А теперь я погнал за лягушечкой. Ну, собственно, будет что интересное, включись. Да ёпте! Это просто кобзда. Обалдеть, прикиньте.
Да и вот здесь завис, все нормально, как бы высматриваю этих. Ну, прилетел на то же самое место. Кстати, да, уже вечереет, просто нужно было АФК немножечко. И уже, пока АФК был, уже вечереть настало. Завис в воздухе. И тут такой смотрю, летит такой на меня. Вот этот козел летит на меня. Я такой, чпонька. Благо бутыли на хилку есть, а? Ей-богу. Он просто меня ударяет, и я такой, опаньки, и падает вниз. Вот шо натуре, моросявка. А я офигею. Блин, у меня же хп-то у Кицаля еще немного, так что как бы его завалить-то вообще как делать нефиг. Я вам просто сейчас хочу хп выносливость до 2000 поднять, и потом уже там... Потом уже хп увеличивать. Блин, я офигею. Ну вот, ну собственно ищу лягушек, но чё-то как-то фигово ищутся они. Да, на том месте, где их было много тогда, сейчас вообще ни одной. Зато бобров дофига. Уфиги здесь бобры бегают. Я не знаю. Даже наоборот, какого фига они здесь до сих пор живые. Вот, ну, лутать я ихние домики не собираюсь, это точно. Да. Такие вот дела. Кстати, я сейчас тут летаю. И. Ну так в голову такой бам! Ударила просто такая мысль в голову. Блин, а ведь еще когда АК-2 было, то. Разработчик, еще старый разработчик, поменял всех элементалей на спиритов. И это логично, что на спиритах можно кататься. Блин, вот я нифига сейчас затупил конкретно. Ну не сейчас, когда... Да в целом я тупил по-жесткому. Это ж обычные элементали. Только красный, пауэр, синий есть, зеленый. Да уж. Бывает. Сейчас вот летаю по болоту и думаю, что когда мне нужен будет, я буду и носорога, и анкилку, и тем более саблезуба искать очень-очень долго. А сейчас они сразу у меня тут под руками ползают. Блин! Ненавижу их всех. Лягушечка, 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 иди ко мне, родимая, иди сюда. Эх, полетели. Эх, прям так летит. Прям как реально, как в мультике лягушка-путешественница. Хе-хе-хей. Здорово, наконец хоть одну нашел. Ух, прям даже воспрял духом. Я уж стал отчаиваться. Но ничего, нормально. Также недалеко от моей базы есть вот такой вот домик от Wild Gods. Не знаю, зачем они его сделали. Во-первых, он сделан типа ромбический такой. Именно ромбический, не квадратный, а видите, как поставлены фундаменты, именно ромбом. Вот, ромбический он. И несколько этажей, а именно раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей получается. Причем последний этаж, он состоит из четверной стенки, все остальные из 12. Ну, стенки, которые на 12. Да. То есть одна с 12. Не знаю, зачем они это сделали, Empire Steel State Building, или как он там называется у американцев. Вот, он вроде похож, хотя фиг знает. Я в этом не разбираюсь, я не архитектор. Вот, поэтому как бы, ну, в форме пирамиды они точно что-то замутили. Вот, ну, а я тем временем уже подлетаю к своей базе. Ой, чё это, без шифта-то лечу? Ё-просто, ох, сколько времечка потратил, почему уже долетел? Вот, собственно... Летим к своей ловушке, чтобы тогда ее запереть. Эту маленькую лягушку. Да. Так сказать, продолжим с того, на чем закончили прошлую серию. Да. Да. Что-то я слишком много заговорился. Аж горлышко схватило. Бывает такое. Так, ладно, все, хватит шуток. Опаньки, смотрите-ка, сразу с первого раза попал куда нужно. Хе-хей, трехочковый. Отлично. Не, ну конечно, в упор это 2 очка. Посмотрим просто, когда цепляешься за кольцо и так далее, это 2 очка. Я в баскетболе знаю, что это такое. Мне приглянул баскетбол в этом плане. Мне нравится хоккей и баскетбол. Все. Так, ладно. Погнали. Я вот так подумал, надо тезика, короче, надо томить. Без вариантов. Терезинозавру надо будет обязательно томить. Но сначала попробуем копишечком. Да, копишечком. Я очень надеюсь, что я выживу.
это будет больно, если она жахнет. Просто один ваншот ванкил реально будет сразу же. Эх, лягушечка, стой, лягушечка, стой, лягушечка. А, пошел в жопу, господи, я шачканул. Козлина сраная. Так, чё спёр? Ничего не спёр, у меня ничего нету. А, ты яйцо спёр, козёл. Только чтобы тебе не досталось. Раз. Два. Тихо. Три. Ёб твою ж налево. Не ваншотнуло. И на том хорошо. Четыре. А теперь ваншотнуло. Ёб твою ж налево. А он надо увеличительное стекло взять. Блин, если я ее не смогу оглушить, что я придумываю такое, а? Мне что, тезика что ли томить? Да. Не, ну тезиком-то я 100% ее оглушу. Так, надо увеличительное стекло брать. Еще, так как здесь очень важная информация, мне нужно будет еще и гамму включить. Это реальный дурдом. Ну еще можно будет, конечно, попробовать стрелы замотреть. Не та дверь. Еще можно будет попробовать стрелы замоздрячить, в том плане, что сделать этим. Из лука помочить его. Эх, бронька, спаси-ка мне сейчас. Эй, да куда ты свалила-то, овца-то добрая? Как мне тебя томить-то, а? Ох ты ж, ёпта, застрял! Как мне тебя оглушать, овца-то долбаная? Стенки свои глушу. С фундамент свой ломаю. Ага! Вроде как канает. Но когда она сюда вылазит? Вообще никак. Твою мать, это что такое было? А, меня через стенку ударило. Комбик, вали отсюда. Ваню. А, нет, это не комбик был. А, точно, я пытаюсь себя залутать, блин, я еще не помер. Я еще не помер, чтобы себя залутывать. Да уж. Ладно, попробуем. Да пошел ты в жопу, блин, овца отконченная. Попробуем с помощью стрел. Да, вариантов все равно как-то маловато. А, ну благо у меня токсик Влада дофига, остается только сделать стрелы. Блин, забыл. Так, ну мне-то не имется, да? Я ж пока все не испробую, я ж не успокоюсь. И тут мне пришла идея в голову такая. Блин, а ведь он ж по мне в броне не ваншотнул. Почему бы и не попробовать сделать, надеть на, обыть нормальную броню? Типа... Вот, надел, собственно, металл. Ну да, я же не могу, я же не могу по-другому. Одел металл, кроме рук. Ну, рук у меня просто нету. Вот, и решил попробовать. Давай-ка я зайду тебе в вольер сразу напрямую. Ну, вроде как я живу. И дамажит он нехило. Ее уже красная овца. Без сознания. Ух да, господи, это получилось. Мы сделали это. Мы смогли победить врага и уничтожить эту тварь. А теперь, я надеюсь, она очнется. Нет, она не очнется, она не очнется, она просто сдохнет. Я знаю, она просто сдохнет. Она просто сдохнет, я в это верю и надеюсь. Да, она просто сдыхает, когда... ей того. Того, кирды, короче, ей. Она просто сдыхает. Так что давай раздербаним мою тушку. То есть после оглушения она уже не просыпается. Просто это еще на АК было, на Arkham the Life моде. Он, то есть, усыпляли одного динозавра, забирали ДНК, будили и так далее. То есть фармились. Вот. Чтобы вот этого избежать, такого фарма избежать, разработчик еще тогда сделал такую фигню. Ну, кстати, все равно сердце я получил. Отлично. Вот, разработчик сделал такую фигню, чтобы не фармились. Не фармились. Так. Все отлично. Все просто великолепно, я бы так сказал. Так, ДНК. Ой, как
такой прям два-то. Еще один. Все. Все просто здорово. Теперь мне нужен летун. Летун нужен. Летун обыкновенный. Терм обзывается. Так. И погнали. Ну, кстати, вот, пожалуйста, металл броня, она затащила. Она конкретно затащила. Сколько я там, половину раздербанили, шапку практически уничтожили. Но затащил, и я смог зайти в вольер и оглушить. Но нужен тезик. Ну, нужен тезик без вариантов. Тезик просто отхилял, и все. Бутыль на отхилку захавал, и нет проблем. А здесь, как видите, придется чиниться. Ну, починиться, как бы, это все фигня. Вот, ну, нужно будет обязательно тезик отомить. Да. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это как вариант будет... Эй, сущий, да? Где? А, вон он где. Господи, я думал, это последние острова, оказались нет. Ну вот. Так, надо будет все это дело убрать отсюда. Так. А нет, там авираптор. Я просто смотрю, всякое мелкое говно здесь нет у меня. Не плавает, не бегает. Да, глазадый, ой, фу, господи, я глазадый этот, маг, я колдую только правильную магию. Кстати, да, то есть на женских персонажах там вообще полностью, короче, руки, ноги вот так видны и все, ну и голова, все тело полностью в этих, в квадратиках, я сегодня стрим смотрел, так прикольно. Так, ладно. Я ему увеличивал хп, 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 еще раз хп. Так что... Погнали! Да! Наконец-то! Наконец-то ты у меня эволюционируешь и станешь боевой мощью под названием Ихтиозавр. Так, стоять. Давай-ка я сначала тебя... Вот сюда подзову. И вот так вот. Сиди, короче, здесь. Чтобы он появился у меня в воде, а не где-то там, где захотел. Слышь? Жопа с ручкой. И не борзей. У меня есть копье. И я не побоюсь его применить. Пошел отсюда. Вот и спать. Знаете, вам труп на раздербание. Оп, отличненько. Да. Альфа-дельфин? Да. Так, что у тебя здесь? А, надо дверь открыть. Я почти залез. Я почти залез. Блин! Ой, шляпочка моя там повреждена. Иди сюда, ёпта. Все, закройся. Закройся, сраные ворота. Сраная пиранья. Блин, сраные ворота. Ёпарасоты. Вот это тут, конечно, короче, прям пошло что-то не так, да? Так, а где он? Куда он же хребанул? Что-то прям пошло конкретно не так. Куда он у меня сиганул-то? Блин. Так, ну-ка. Там у меня случай, он не помер. Альфа-дельфин? Нет, не помер. Отлично. Ваш альфа-дельфин был убит. Да, он теперь помер все-таки. Блин, я не понял, где он находился. Ну, я понял, что нужно делать загон. Во-первых, нужно делать загон больше. Намного больше. И делать непосредственно около базы. Ну, чтобы был все-таки недалеко. Вот. Поэтому... Опаньки. Вот, ворота у меня там есть, загончик я какой-никакой сделаю, и поэтому уже к следующему выпуску, в следующем выпуске будем уже делать не только дельфина, но и... Не, в следующем выпуске, наверное, тезика лучше
потомим. Я постараюсь найти и будем тезика томить. Это будет намного лучше. Вот. Ну а в этом выпуске вот такой вот фейл получился с альфа-дельфином. Как видите, его просто-напросто раздербанили, так как здесь дамаг у динозавров увеличенный. Вот. Конечно, не нужно было его выпускать, но его бы начали через ворота бы убивать. И это было бы логично, что его начали бы убивать. Вот, собственно, кстати, отсюда я его туда не перетаскивал, чисто из-за того, что его бы точно так же бы завалили. Вот, и вот такие вот дела. Ну, ладно, как говорится, первый блин, он всегда комом идет. Вот, ну, а я тут, короче, сейчас это, ворота буду убирать. Халява. В общем, на этом уже точно все. Сегодняшняя серия вот такая вот, хоть была и дебилёхонькая, но вполне познавательная, в том плане, что я теперь знаю, о, точно у меня есть бутыль, что нужно делать дальше. Видишь? А, это листозавр. Потом пигмастакс опять. Ну а на этом уже я точно буду с вами теперь прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока. В следующей серии обязательно будет что-то интересное. Ну, в смысле, не такое фейловое, я надеюсь, будет. Я очень надеюсь, что фейлов больше не будет. Все. Пока.